Вот тебе листочек, ручка, пиши. Че, писать еще надо? Да ладно, погоди писать. Так, на словах расскажи. Ну, короче, я Худько и Труфанов, мы все время вместе были. Ну, со школы еще. Ну, конкретней. Ну, там магазины, ларьки, разводки, ну, всякое такое. Там на остановке гаишника грохнули. Рыбак поехал разбираться. Понятно. Что дальше? Ну вот, потом вместе паленой водкой занялись. Ну а потом, когда тема пошла с автоматами, три салона своих открыли. Ну тут эти и появились, менты местные. Ну, мол, Бог делиться велел. Ну мы и начали 30% с выручки гнать. А потом вышел закон о запрете игорного бизнеса. Ну мы и закрылись. А менты нам новую тему подогнали. Дребедень там всякую спортсменам сбагривать. Но уже на новых условиях. Не 30, а 80%. Но мы, естественно, в отказ. Ну, тут и началась гражданская война. И победили, конечно, красные. А у нас по-другому не бывает. Труфанова сразу завалили. Меня в розыск объявили. Но мы с Худько встретились, перетерли. Решили, чтобы все не терять, пойти на их условия. Худько с ними договорился. Ну вот. А я так и бегаю, хотя никто меня не ищет. Они же понимают, что я на них не полезу. А кто Худько завалил? Кто-кто? Я знаю, и ты знаешь. Но мы оба делаем вид, что друг друга не понимаем. Но конкретнее? Ну, менты из Фрунзенского. Они раньше свою долю имели. А теперь вообще все их стало. Да. Имена, фамилии? Да не знаю я. Весь фрунзенский ОБЭП. Допинги – это вообще их тема. Они еще с вашими ментами общаются из внутренней безопасности. Многого не знаю, но то, что общаются, знаю. И с нас процент они тоже имели. А не проще было Худько закрыть? Не дешевле? Я не знаю, что проще, что дешевле. А стрелка этого, который 2 года назад Труфанова завалил, мы сами вычислили. Без ментов хотели разобраться. Но он одному из наших голову проломил и ушел. Так ты поделишься информацией, нет? Такой Гена Власенко, тихий наркоман. И где искать там этого наркомана? Не знаю. Он такой человек без флага, без родины. Носится по городу. Не знаю, может, уже сдох со своей дури. Понятно. Ладно, Бодя, веди его в допросную, пусть он там свою эпопею сочиняет. Ну что, пошли, Ржавый. Да, Никит. Понятно. Там не просто мента убили. Нашего участкового в больнице и с ним какого-то ППСника. Андрей Павлович, я все-таки не поняла расклада. Кто кого и за что убивает? Ну, точно не Ржавый и не его люди. Думаете, наркоман Власенко, который 2 года назад Труфанова завалил? Ну, может быть, Труфанова и он. Только потом пистолет у него отобрали. Не знаю, кто, но стреляют другие люди. Ты что? А что, страшно стало? Да нет, противно. Привыкай. Не буду. И другим не дам. Так, а участковый? За что их убивают? Поймаем, спросим. Андрей Павлович! Леня, а как так получилось, что охрану к нему не приставили? Черт, я сам не знаю. Ну, ты разберись, Лень. Разберись. Завтра утром разберись. Я во всем разберусь и тебе доложу. Гордиенко ничего не перепутал? Лень, мы можем с тобой перегавкиваться сколько угодно, только ему это не поможет. Извини. Проехали.
Да сколько же это может продолжаться? Есть хоть какие-то зацепки? Ну, охрана больницы и медсестра видели убийцу. Говорят, запомнили хорошо, так что фоторобот у нас будет. Там еще жена участкового приехала, я РБК к ней отправил. То есть наш злодей беспрепятственно зашел сюда, и у нас целый батальон свидетелей. Я слышала, что так началась серия. Так, с завтрашнего дня собираем оперативную группу, и нужно доложить в Киев по поводу этого всего. О, это сыграет нам на пользу. Отлично. Отлично. Маньяк? Не знаю, что-то не сходится. Да. Это Бернацкая, Андрей Павлович. Нашего маньяка еще медсестра в приемном запомнила. Он вроде спрашивал, есть ли охрана участкового. Ментом представлялся, типа охранять раненого пришел. А она теперь боится признаться. Хорошо, продолжай еще. Зачем он его добил? Мне кажется, они были знакомы. И тот боялся, что этот на него укажет. Тогда, получается, он убивает не случайных людей. Нужно понять, что жертв связывает между собой. Нужно. Пока можем говорить о двух трупах. Они были компаньонами, занимались стероидами. И участковый тоже мог. Мог. Ну, что теперь гадать? Пойдем. Ну, 698-54 записал. Разрешите? Секунду. Роман Воронов, вам звонили. Ты все записал? Давай, перезвоню, неудобно говорить. Гордей говорил, что ты предлагаешь возглавить службу охраны? Ну, здравствуй, полковник. Был полковник, да весь вышел. Ну, во-первых, не вышел, а ко мне пришел. Может быть, хочешь кофе, чай, коньячок? Я не чай сюда пришел распивать, а на работу устраиваться. Есть работа? Давай. Нет работы, я пошел. Погоди, полковник. Есть работа, есть. У меня сеть салонов и магазинов. Нужно возглавить работу службы безопасности. Судимые в охране есть? Ну, есть немного. К черту их. И предупреждаю сразу. Я вопросов не решаю. Мое дело – безопасность. Ну, Андрей меня предупреждал. Ну что, по рукам? А почему про зарплату не спрашиваешь? Гордей говорил, не обидишь. Ну, для начала, давай, 1075 в месяц, плюс джип личное пользование. Можно с водителем? Не барин, сам ездить буду. Полковник, я правда рад, что мы будем работать вместе. Какая у тебя все-таки необычная квартира? Это квартира родителей. Мама на Провансе повернута. Они, кстати, с отцом и сейчас там. Уж 3 года как. Ты сегодня допоздна? Не знаю, как получится. Ну, если что, звони. А ты чего в такую рань? Да у нас очередной начальник из Киева приехал. Сказал всем к 8 быть. Жуть. Подвезти? Нет, тут 5 минут пешком. Ты меня стесняешься? Дурачок, я тобой горжусь. И гордиться хочу тобой подольше. Проводишь? Все, я пошла. Позвони. Пока. Не все. Помаду сотри.
Да, что-то забыла? Здесь во дворе какая-то подозрительная машина стоит со вчерашнего дня. Угу. Синяя, видишь? Угу, вижу. И что там, люди? Издалека похож на человека. Кажется, твоя бессонница не единственная угроза моей личной жизни. Бдительная ты моя. На том и стоим. Целую. Пока. Пока. Здорово, братух. Опа. Кого тут упасем? Что? Я говорю, с какого отдела? Да нет, я тут друга просто жду. А что за друг, как зовут? Может, я знаю? Не, не знаешь. Он всего пару дней назад сюда переехал. А милицейская фуражечка что в машине делает? Так это он забыл. Он в милиции работает. Опером. Опером? И что, на работу без фуражки пошел? А ну-ка, выходим. Выходим, документы показываем. Мало ли, что он у тебя еще в машине забыл. Давай, давай. Ну, командир, ну чего ты? Старею. Доброе утро, леди. Доброе. Добрый ранок нашей хате. Who is on duty today? Ты уроки выучила, двоечница? Хеллоу, полиглот. А я тут, между прочим, изучаю распечатку телефонных разговоров наших покойников. И как успехи? Отлично. У Худько полгода назад были достаточно активные телефонные разговоры со всеми нашими убитыми. Во как? Угу. И кто кому звонил? Он им или они ему? Он им. А между собой они не общались. Вот, полюбуйтесь. Отлично. Я сегодня думать не могу. Вот придет мозговой мозг, пусть и думает. А мое дело маленькое – ждать команды ФАС. Так, Харлей. Ладно тебе. Хорошо. Ты сам все знаешь. Старый, может, не надо, а? Ладно. Не лезет пока. Госномера не настоящие. И по ВИН-коду пробили, тачка в угоне. Ну, кто бы сомневался. Как ты догадался? Опыт и интуиция. Ладно, пацаны, я погнал. У меня совещание у генерала. Удачи. Таким образом, я считаю, что действует не маньяк. И жертвами становятся не случайные люди. Убийца действует по составленному плану. Андрей Павлович, а вы установили, что связывает между собой все жертвы? Товарищ генерал, а УСБ здесь что делает? Оружие, с которого стреляли, принадлежит участковому. Ночью был убит другой участковый. Достаточно? Гордиенко. Ну, одно дело делаем. Надеюсь. Отвечаю на поставленный вопрос. Я не знаю, как между собой связаны жертвы, но есть основания полагать, что между ними есть что-то общее. К тому же нельзя исключать тот факт, что Худько и убитый 2 года назад Труфанов с одной грядки. Мы работаем, товарищ генерал. Медленно работаете. Ускоряйтесь. Все свободны. Ну, если что, милости просим. Да нет, уж лучше вы к нам. Здорово. Привет.
Я свою до главка довел, у тебя как? У меня косяк. Упустил, что ли? Да ладно, он все равно в главку вернется, там его подхватит. Да не в этом дело. Запиковал меня этот Гордиенко. А он, судя по всему, козлиноопытная. В раз установит. Как? Как? По своим каналам ментовским или еще как-нибудь. Ладно, поспокойней, без паники. Мне бы твои нервы. Поликлиника? Девушка, подскажите, пожалуйста, до которого часа сегодня работает доктор Ольгина? Педиатр? Да, педиатр. Она до двух сегодня, у нее короткий день. Спасибо. Я слышал, этот салон Давид держит. Проще будет тачку оформлять. Нормалек. Ну да. Здравствуйте. Здорово. О машинах ты базарить будешь? Какая модель вас интересует? Что бабы смыслят в машинах? Менеджера позови. Хорошо, проходите. Чай, кофе. К вам сейчас подойдут. Макс, передай шефу, у нас проблемные клиенты. Нормальные тачки есть? Сколько лошадок это? Вискарь. Пошли со мной. Сюрприз. Документы. Ты тоже оглох? Сейчас уже быстро прочищу. Угу. Борисов Мирослав Александрович. Ты что, гнида? Думаешь, на другое имя взял паспорт, а к тебе в харе никто не узнает? Ты был муриком, муриками подохнешь. В камере на пожизненно. Ты что быкуешь мусор? Ты же из бывших. Вискарь, ты тоже себе новое имя придумал? Хватит пылить мусор, слышишь? Вы что творите, а? Вы что творите? Вы мне всех клиентов распугаете. А может, лучше его уволить? Вяжите их. Они у меня с 10-го года в розыске. Положили людей, на целое кладбище хватит. Лучшего я не найду. Железный дровосек. Андрей Павлович, вызывали? Да. Давайте-ка, ребята, дуйте к вдове участкового. Люська где? Ее что, еще не выпустили? Дома уже. Еще вчера выпустил. А. Ну, тогда бы я советовал тебе еще посидеть. Ржавый, дай зажигалку. Нет. Я, ржавый, одного понять не могу. Я думал, нас за эту шалаву прокурорскую лет на 10 могут посадить. Ихний начальник, Гордиенко, договорился с ней, чтобы она на нас не писала. Круто. Пошли. Да понял я, понял. Только что я с ними делать буду? Ну хорошо, ладно, давай, давай. Нам людей в помощь дают? Да, целых 5. Только... Зачем сейчас? Что, их на поиски этого Гены наркомана отправлю, которого нам Ржавый пытался всучить? Ну, зачем искать? Я уже нашел. Да? Да. И? Ну, что и? Он в психушке. От наркоты крыша поехала. Его взяли за грабеж, но судить не стали. Признали полностью психом. Теперь лечит. Косит. Ну, я не знаю, нужно поехать в больницу проверить. Давно он там? Где-то полгода. Так что, если первое убийство на нем, то все остальные точно нет. Да. Андрей Павлович, я только что в интернете прочитала, СБУшники поймали террористов.
Что за ерунда, Ир? Какие террористы? Это Проржавого. По их версии, террористическая группа готовила взрыв тракторного завода. А главным там был Илья Ржевский по кличке Ржавый. Вот молодец, Горкуша. Что? Да это ее батя СБУшникам арест заказал. А не видишь, как быстренько дельцы состряпали? Ты почему до сих пор не в психушке? Как-то странно ты выражаешься, командир. Хотя, ты знаешь, при таких раскладах мы все уже давно там. Идем. Здоров. Слушай, а у тебя сейчас время есть? Да? Ну хорошо, тогда я скоро подъеду. Давай. Вов! Привет. Привет. Как ты? Да ничего. Что-то случилось? Там мужик какой-то подозрительный был. Ты не видел? Да нет, не видел. Ладно. Может, действительно показалось. Забудь. Как дела на работе? Ничего, устала немножко. Главное не заразиться. Вообще адекватен? Ну, об адекватности я вообще не стал бы говорить. Он просто не воспринимает реальность. Да. Никогда не думал, что вот так вот можно вылечиться от наркомании. Поверьте, это возможно. В его случае одна болезнь вытесняет другую. И сейчас он просто не помнит, что был наркозависимым. Он хоть что-то помнит? Мне бы ему один вопрос задать. В принципе, это возможно. Но у меня есть другое предложение. Вы мне скажите, что вас интересует, а я сам пойду и задам ему этот вопрос. У меня это получится лучше. Он ко мне привык, а на вас он может неправильно среагировать. Доктор, вы правы, но здесь другое. И потом, показания, которые даст больной с его диагнозом, не примет ни один суд. Так что рассказывайте, что вас интересует. Привет, Гарри. Вот, смотри. По твоему вопросу практически ничего. Вернее, пока очень мало. Мало это сколько? У твоей Бернацкой нет ни отца, ни дяди на уровне Киева. Нет и здесь, на местном уровне, так сказать. Никто ничего про нее не слышал. В личном деле есть данные матери, которая умерла. Ну, это я читал. Чья же она? Андрей, мы работаем. Просто, может, мы начали не там искать. Может, и не там. Че, по кофейку? Можно. Давай вам сдам. Сколько лет вы женаты? 5 лет. Мы познакомились еще в институте. А на последнем курсе уже с ними расписались. Он рыбалкой увлекался? Да. Увлекался. А еще какие-нибудь увлечения были? Да нет. Не было, он же работал. Да и к тому же у нас 2 маленьких детей. Я родила сразу после института. А он тогда в милицию ушел работать сразу после суда. Суда? Был под следствием? Да нет, под каким там следствием. Это не его тогда судили, это другого судили.
А он просто был свидетелем. Свидетелем? Да. Я сильно не вникала. Он говорил, что все это нужно для борьбы с бандитами. Подрабатывал? Да нет. Ему не нужно было подрабатывать. Он хорошо зарабатывал, и начальство его любило. Премии выписывали. Премии? А большие премии? Нормальные. Последняя так вообще огромная была. Мы на нее машину новую купили. Мы на нее дом обставили. Это премия... Ее после суда выписали? Ну да. Вы думаете, это как-то связано? Просто пытаюсь выстроить картину преступления и наказания. Присаживайтесь. Ну что, вспомнил? Мало. Пистолет помнит, что где-то закопал его на даче под деревом. Да. Но где его взял, зачем и что с ним делал, не помнит. Помню провал памяти. Спасибо, доктор. Спасибо. Вы меня потерпите еще минут 5, мне нужно доложить. Конечно. Алло, Андрей. Слушай. Ну, клиент помнит только что. Спрятал пистолет где-то в саду. Ну, значит, ствол уже оттуда ушел. Какие-то у нас одинаковые параллели с прошлыми делами. Стрельба, как с этим психоаналитиком. Ствол копанный, как с юристами-похитителями. Ну, преступный мир мельчает. Выдумки не хватает. А про пистоль мог знать только кто-то из психушки. Согласен. Слушай, Дим, запроси список всех, кто лежал с нашим наркоманом. Там нам новых людей прислали, пускай они этот список отрабатывают. Похоже, что твой псих и наш злодей лежали вместе. Да. Давай. Жаргончик у нас. Твой псих, наш злодей. Ну, что ты обо всем этом думаешь, мелкая? А она могла реально не знать, что у мужа были леваки? Да ты видела, на каком она фарше? Машину на премию взяла, мебель на сдачу. А на нашу премию даже ящик водки не купишь. Да уж. Ты знаешь, я думаю, был у него левый доход. Был. Мутил что-то со своими, потом рассорились, они его и грохнули. Свои, что ли? А что, ты так и не поняла, кто главный злодей в городе? Менты. Ты серьезно? Конечно, серьезно. Серьезно и печально. Тебе надо принять это как данность. Или уходить. А Гордей тоже так думал? Конечно. Мы с Андрюхой 100 лет в системе. Видели все и всех, и знаем все про всех, да про всех все. Ну, если вы так пессимистически настроены, что же до сих пор не уволились? Да потому что дураки. А мы другими будем. Кто это мы? Молодняк. Новое поколение. Милиции нужна реформа. Эх, мелкая ты и есть мелкая. Ну ладно, хватит. Пойдем пивка выпьем. Харли. Что? Рабочий день еще не закончился. Ну, и Андрей Павлович тебя ругать будет. А мы немножко, он и не заметит. Я пива не буду. Конечно, не будешь. Лимонаду выпьешь и Гордей. Да? Что? Кто? Ладно, будем через 10 минут на базе. Угу, давай. Он что, следит, что ли, за мной? Только собрались пивка попить. Ладно, поехали.
слежка ничего не дает. Я думаю, эту Бернацкую надо спросить в, скажем так, приватной обстановке. Предлагаешь оперов начать пытать? Почему же пытать? Культурно спрашивать. Пусть прапор даст своим приказ доставить ко мне девушку лейтенанта. Я не против, но чтобы она не поняла, кто, куда и зачем. Само собой. Да, слушаю. Когда? Сегодня? Хорошо, сделаем. Прапор звонил. Он хочет, чтобы мы молодую опершу из Горденковского отдела на загородную базу доставили. Легко сказать. И как мы ее туда доставим? Пока не знаю. Да как? Как обычно. Наручники на заднее сиденье. Гайцы тормознут, отболтаемся. А если орать начнет, дескать, мент? А кому больше поверят, ей или нам? Вот образец. Да, радость моя, я тебе устал уже повторять сотый раз одно и то же, одно и то же. Ну почему ты такая непонятливая? Да, любимая, да, я не спорю с тобой, ты права, да, 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 да! Я не кричу на тебя, любимая. Я с тобой максимально вежлив. Но я умоляю тебя, не мешай мне работать! Ты что, перевозбудился, что ли, за день? Андрюха, я никогда не женюсь. Никогда не женюсь. В этом я не сомневался. Это что такое? Ну что такое? Ну я работаю. Дело делаю, делаю. Ну что еще? Я спрашиваю, это что такое? Банка. Я их коллекционирую с 94-го года. Да? Да. А почему она полная? Вот не знаю. Не помню. Не помнишь? Ретроградная амнезия? Сейчас напомню. Какая амнезия? Андрей, давай сюда. Таких слов не знаю. Я во французских легионах не учился. Совсем развязались. Что у тебя здесь? Так. Зачем ты это пишешь? Зачем ты это пишешь? По показаниям жены, муж принял решение пойти в органы МВД, потому что посетил несколько заседаний суда. Кому это надо? Ну а что, не надо было? Запомни, мелкая, чем больше будет отчет, тем больше будет бумаг. Чем больше будет бумаг, тем потом будет легче. Подожди, а какие заседания он посещал? Судебные, он был свидетель. Так, телефон матери таксиста давай. Слышь меня? Таксист. Таксист, вот здесь. Быстрее. Вот, держи. Так. День добрый. Вас беспокоит подполковник Гордиенко. Я возглавляю один из отделов уголовного розыска, который занимается поисками убийц вашего сына. Скажите, пожалуйста, ваш сын в последнее время посещал судебные заседания в качестве свидетеля? Понятно, спасибо. А кого судили? Угу. Когда это было? Спасибо. Спасибо, вы нам очень помогли. Собирай всех ко мне на совещание. Ира займется прикомандированными. Давайте, давайте, тема пошла. Давай, чего сидишь? Зови. Собираюсь. Ты у меня доиграешься, коллекционер. Тут полно девок шарится. Как мы свои узнаем? Вот. Хотя, хрен их разберешь. Одинаково красятся, одинаково одеваются. Хоть фамилию спрашивай. Итак. Ира, проходите быстрее. Итак, мои боевые друзья, наступила некая ясность. Все, кроме убитого 2 года назад Труфанова, были свидетелями прокуратуры по делу Зинченко. 1.5 года назад судьи первой инстанции апелляции выносят ему обвинительный приговор. Зинченко дали 20 лет за изнасилование и 2 убийства. Мотив понятен. 1 неделю назад он сбежал и начал мстить.
ходит по городу, убивает людей. Пока только тех, кто давал показания на стороне обвинения. Я успела посмотреть его дело. Убивал ножом, но на ноже его отпечатки были четверо. Один ушел, произошла ссора, и он убил двух своих собутыльников. Точнее, было так. Сначала он убил одного собутыльника, потом изнасиловал собутыльницу и тоже ее убил. Из-за того, что в деле есть материалы сексуального характера, его слушали в закрытом режиме. И вот что интересно, по профессии он врач-психиатр. Был уволен за алкоголизм, что нетипично для его профессии. Родственники есть? Была мать, но умерла сразу после приговора. Сердце остановилось прямо в зале суда. А дальних родственников пока не установили. Следак кто был? Мирешка. Потом ее заменили на Корничук. А Труфанов? Его же 2 года назад из этого же ствола вальнули. Но если он был с наркоманом в одной психушке, мог от него все там и узнать. Кроме 4 убитых, есть и другие свидетели, которые на очереди у стрелка. Это судья, следователи и опера, которые вели дело. Он может убить любого. Андрей Павлович, я не могу установить свидетелей. Во-первых, таких баз просто не существует. И самое главное, дело слушали в закрытом режиме, а это все под грифом «секретно». Да, я знаю, знаю, знаю. Только в суде нужно поднимать протоколы заседаний. Ну что ж, тогда я буду связываться с начальником главка, а он уже будет выходить на председателя апелляционного суда. Ух ты, уже 8. Ир, раздай всем сводки, сделайте мозговой штурм. Поймите, кого он еще мог убить и где он живет, где эта чертова нора. Все, давайте за работу. Товарищ генерал Гордиенко. Товарищ генерал, такое дело. Мне надо в апелляционном суде поднять одно дело и взять список свидетелей со стороны прокуратуры. Я не сошел с ума, товарищ генерал. Вы сможете выйти на председателя апелляционного суда? Счет идет на минуты. Гордиенко, ты что, ненормальный? Заработался совсем, да? Вот мне интересно, вот ты сам-то понимаешь, чего ты от нас требуешь? Понимаю, поэтому я вас и вызвал. Ну вот тебе председатель суда, Андрей Павлович Гордиенко. Андрей Павлович, вы понимаете, что означает ночью открыть канцелярию суда? И просто так выдать вам информацию о свидетелях в закрытом процессе, в котором обвинительный приговор был вынесен убийце? Смотрите, 4 уже нет. К утру ситуация поменяется. А, да, остался же судья. Хорошо, пройдемте. Ну вот, я поехал. У меня еще дела. Оказывается, 4-й день не может найти секретаря канцелярии. Но меня не предупреждали, совершенно зря, но... Скажите, а как-нибудь можно еще добыть информацию о свидетелях в деле, кроме как вашей канцелярии? Вы хотите сказать... Я ничего не хочу сказать. Я просто спрашиваю, можно как-то добыть информацию? Есть способы? Нет, никаких. То есть вы хотите сказать, что нашу сотрудницу... Будем надеяться, она жива. А сейчас мне нужно составить список всех участников процесса. И с их данными и адресами поможете? Ну, хорошо. Несите протоколы. Слушай, вот интересно, они рыбок завели, они вообще их кормят? Никит. Слушай, а ты сегодня ночью дежуришь? Да, до самого утра.
А можно я останусь? Мне всегда было интересно посмотреть, как это ночью дежурить. Да не вопрос. Вместе, может, и веселее будет. Только ты знаешь, что Гордиенко утром по домам не отпустит? Да ладно. Выдержишь? Ну, конечно, выдержу. Знаешь, сколько раз я из ночного клуба в универ на пары шла? То ночной клуб, а это убойный отдел. Подожди, а делать что надо? Бдить. Да ну тебя! Список я отправил. Это все адреса? Перекрываем? И как можно скорее. Хорошо, а твоих не трогать? Моих нельзя. Они сегодня домой отсыпаются, а завтра займутся другим направлением. Ладно, хорошо. Алло, дежурный, это Кружилин. Какой Кружилин? Ты что, спишь на посту? Слушай внимательно, что тебе говорит начальник. Что, Бернацкая, хочешь с тобой остаться? Спасибо. Да, она просила. Ну, я не против. Пусть опыта набирается. А что там Харли? Харли? Пивком балуется. Пивком, говоришь? Гони его в шею. Скажи, чтобы завтра был как огурчик, дел у нас по горло. Давай, все, у меня вторая линия. Пока. Да, Ир. Андрей Павлович, отзвонились эксперты. По нашему стволу пятый труп. Вчерашний сержант ППС на остановке. Понял. Еду в ППС. Это случайность. Мы вместе к мужику подошли, и он побежал. Стрелял. Сорокина попала, а в меня нет. Меня не интересует, почему один из вас жив остался, а второй погиб. А ты, бестолочь, почему не стрелял, а? Да у меня пистолет заклинило. Ну, ей-богу, заклинило. Почему вы мне не верите? Я правду говорю. Ладно, ладно. Все, хорош орать. Я же сказал, меня это не интересует. Меня стрелок интересует. Это он? По-моему, он. Там темно было. Свидетели где? Хочу им показать. Сейчас приведу. Это оперша. Походу, ее до утра дежурить оставили. Уверен? Ну тогда давай еще часок посидим и по домам. Не, тут будем ждать. Выйдет сейчас, сразу сцапаем. А утром? Тогда утром. Помнишь дело Зинченко, двойное убийство с изнасилованием?
Гордей, ну мы же договаривались не брать работу в постели. Один вопрос. Помню, но я только тогда начинала дело. Скажи мне, что в дело не вошло? Ну, квартира, пьют четверо. Зинченко, Конкин, Загибин и... Ковтуненко. Зинченко уходит. Нет, Загибин уходит. Зинченко остается, и наутро он звонит и говорит в полицию, что его собутыльников убили. Так, раскололи? А его и не кололи. Отпечатки на ноже и кровь на одежде. Ну, это есть в деле. А чего в деле нет? Зинченко заявляет, что до моего приезда начальник местной управы ему силой в руки нож вложил. Оттуда и отпечатки. Собственно говоря, этот начальник мне мешал работать за Загибиным. Зачем? Не знаю, но у меня было такое впечатление, будто он его выгораживал. А почему мешал-то? Я не знаю. А фамилия этого начальника и район? Фрунзенский район, Савинок. Теперь он ОСБ. Терпи. Вот тебе продукты, вода, еда. Что тебе еще нужно? Пожалуйста, у меня деньги есть. Пожалуйста. Послушай, ты меня не бойся. Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого. Понимаешь? Ну, выпустить я тебя не могу. Я тебя сейчас выпущу, а ты меня сдашь раньше времени. А это мне нельзя. Никак нельзя. У меня дел еще много. Потерпи. Пожалуйста. Потерпи! Сидите. А где прикомандированные? 8 человек в соседнем кабинете, а еще 8 прикреплены к потенциальным жертвам. Андрей, если нужны будут люди еще, говори, сделаем. Хорошо, нам нужно еще 6 человек, чтобы они занимались поисками родственников Зинченко. Хорошо, сделаем. О ходе расследования докладывать мне лично. Будет ты нормальный вообще, а? Нормально все. Иди домой. Нормально, Андрюха, я могу, нормально, нормально. Я говорю, иди домой, проспись, позвонишь. Так что, я, получается, никому не нужен? Да и фиг с вами. Обиделся? Да пошел он. Мы уже один раз из-за него влетели. На обиженных воду возит. Ладно, я в главк сгоняю. Поговорю с разыскниками. Они тоже должны этого Зинченко искать. Андрей Павлович, мне звонил мой источник. Просил, чтобы я быстрее приехала. Там какая-то важная информация про свидетеля по делу Зинченко. Хороший у тебя источник. Наша. А? Точно наша. Работаем. Давай, я пешком за ней, а ты крадись потихоньку. Ой,